Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о одном из самых популярных электромобилей. Речь пойдет о новом компактном кроссовере от компании Dacia, который впервые представили в 2021 году. Но несмотря на такой маленький возраст, он уже разошелся тиражом более чем в 150 тысяч единиц, став при этом третьим по популярности электромобилем среди частных лиц в прошлом и позапрошлом году. И чтобы закрепить успех модели, производитель представил рестайлинговую версию, которая стала еще более привлекательной. Кроссовер выполнили в стилистике последнего Дастера. Он получил другие бампера, новую оптику с фирменной Y-образной световой подписью, обновленные диски и расширенную цветовую палитру. Также утверждается, что от уходящей модели осталась только крыша, а все кузовные панели, включая даже двери, теперь новые. Переходя к технической части, можно сказать, что спринт предлагается с двумя вариантами на выбор, мощностью 45 или 65 лошадиных сил. Обе версии работают в паре с батареей на 26 кВт, которая обеспечивает максимальный запас хода в 220 км. К тому же стоит добавить, что новинка оснащена современными системами безопасности и помощи водителю, что значительно повышает комфорт и безопасность поездок. Обновленный спринт по-прежнему остается самым доступным электрокаром в Европе. В некоторых странах его стартовая цена составляет от 16 900 евро. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!